Это будет молитва по-русски, перевод «Фиолетового пламени» «Седьмого луча» из книжки Аурелии Луизы Джонс, автора Телос. Книжка называется «Семь божественных лучей», страничка 241. Я буду играть музыку здесь на пиано, используя звук арфы, и сочинять ее на ходу. Молитва и зов к седьмому лучу. Королевское фиолетовое пламя трансформации, трансмутации. Зов к фиолетовому пламени. Во имя «Я есмь то, что я есмь», я теперь призываю действие фиолетового трансмутирующего пламени. Я призываю, чтобы оно активизировалось в моем существе полностью, в моем сознании и в мире. Расширяй свой свет через меня каждый день. Расширяй свой свет через меня каждый день. Расширяй свой свет через меня каждый день. Трансмутируй и вылечи мои человеческие недостатки и приведи их в светящийся диамант божественного сердца. Я полностью сдаюсь твоему светящемуся свету. Возьми верх над моей жизнью и вспыхни в нее действие пламени милосердия. Сердце полного сострадания. Расширь и насыть меня всеми чудесами фиолетового пламени до того момента, пока я полностью трансформируюсь. Возлюбленный я есмь. Присутствие. Пошли фиолетовое пламя, чтобы очистить каждую клетку, каждый атом и каждый электрон. Электрон моего существа до того момента, пока я буду вознесен в вечную победу этим действием фиолетового пламени и действием пламени вознесения. И так оно и есть, возлюбленная есмь. И вторая молитва здесь. Она называется «Залить всю землю фиолетовым пламенем». Во имя великого я есмь, я призываю свет тысяч солнц от великого центрального солнца, ангелов фиолетового пламени, возлюбленного Сен-Жермена, возлюбленного Заткииля, божественного святого аметиста Омритас, властелина фиолетовой планеты. Во имя Господа, я есмь то, что я есмь. Насыть землю и все в ней, ее эволюцию с неограниченными волнами фиолетового пламени. Я призываю действие фиолетового трансмутирующего пламени и действия божественной воли манифестироваться на земле сейчас и вечно, и чтобы всегда увеличивалась спираль божественного идеала. Я призываю, чтобы все разлады и активность на земле, которая не отражает высшего света и
Божественного Святого намерения, чтобы они были чудом очищены и трансформированы силой фиолетового пламени в божественную любовь и гармонию, чтобы земля была восстановлена и ее люди были восстановлены в оригинальный трафарет, blueprint идеала, который и был в начале предназначен. Фиолетовое пламя, фиолетовое пламя, фиолетовое пламя. Во имя Господа затопи землю и ее людей, в также и все ее царства, океаны, океаны фиолетового пламени. Пускай каждая частичка жизни будет восстановлена к своему божественному идеалу. И пускай мир и любовь будут расширяться и распространяться по всей земле. Пускай земля живет в ауре идеальной любви. И пускай люди живут в ауре мира, любви, свободы. Я благодарю, что это сделано сейчас в согласии с божественной, святой волей. И пусть так оно и будет, возлюбленный я есть.